Полным ходом идет отопительный сезон. Период в Среднеколымске начался по плану в сентябре месяце. В этом году навигации в район завезли 36 тысяч тонн каменного угля, продолжит Мира Винокурова. В целях создания страхового запаса для нослегов по решению исполнительной дирекции ГУП ЖКХ Республики в Среднеколымский улус было завезено на 2000 тонн каменного угля больше запланированного. В прошлый отопительный сезон по автозимнику было доставлено по населенным пунктам улуса более 1600 тонн сверхпланы, что позволяет с уверенностью говорить, каменного угля хватит до конца января 2017 года. Нефть завезена в полном объеме, в том числе и до села Андрюшкино Нижнеколымского улуса. Перевозки осуществляться будут отсюда, с города Среднеколымска, с Ахаспецтрансом, то есть предприятием, которое входит в состав ГУП ЖКХ. В аварийных ситуациях, которые могут возникнуть, или технологические сбои, то на сегодняшний день мы обеспечены в полном объеме ПТНом. И в случае выхода из строя какого-то механизма мы можем доставить безболезненно до каждого наслега. Большую часть города отапливает котельная Южная. За прошлый год поступало много жалоб от жителей Среднеколымска по резонансной проблеме черного дыма. Так как котельная очень мощная, она выбрасывает много черного дыма, что визуально выделяется на фоне неба. Проведенная экспертиза показала, что выбросы соответствуют ПДКВ, предельно допустимой концентрации выбросов. Превышения нормативов нет. В настоящее время работы по улучшению экологической установки ведутся. Запланированы мероприятия, которые положительный эффект дают. Но полностью уйти от проблемы черного дыма невозможно, потому что котельная угольная. В таких погодных условиях, в которых находится сейчас Среднеколымский улус, пока невозможно сказать, когда будет установлено дорожное сообщение в наслегах. Но тем не менее, руководство филиала заверяет, что отопительный сезон проходит нормально и во всех населенных пунктах района выдерживается температурный график. Мира Винокурова, НВК СХ, Среднеколымск.